Всем привет! Здороваешься? Всем привет! Куда мы идем? Мы идем в парк. Да. Мы идем в парк и берем вас с собой. Вот так я выгляжу, вся в джинсах. Я тоже вся в джинсах. Ты тоже вся в джинсах, не покажись. Тут джинсы и джинсовая рубашечка. Да, у тебя еще джинсовая твоя жилетка в сумке у меня. У меня еще вот такая вот... Ой... Сумочка. Джинсовая сумка, очень удобная. Так что пойдем с нами. И я хочу вам показать мои часы. Мне их мама купила для школы. Да, у Марии часы, еще у нас самокат. Давай, выходи вон. Так. Решили мы взять с собой самокат. Выходим. Ой. Так, осторожно, под ноги смотри. Так, я, наверное, возьму самокат сюда. Так. Давай, пошли. Мы встречаемся с Гюлей. Гюля будет нас ждать сейчас. Осторожно, Марья, машина. А, он не поворачивает. Я думаю, он поворачивает. Так, давай вперед, чтобы я тебя видела. А вон баба пошел твой. Тихо, 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 не беги. Он через дорогу переходит в ту сторону. Так, я давайте камеру переведу. А вон Гюля наш. Так. Марьям, подожди меня. Как неудобно с этим самокатом. Сейчас уже перейдем. Будь здорова. Баба твой. Наш дедушка. Так, иди сюда. Баба куда идет наш? Так, сейчас мы дорогу перейдем и увидимся с вами. Секунду. Гюля нас уже обнаружила. Удобно тебе? Покатилась. Фух. Гюлен, привет. Привет, Джанум. Мы с тобой, не договариваясь, прям в тон оделись. Обе в синем. Привет всем. Расскажи, что у тебя висит на самокате? Это для тебя шарфик. Ты же мерзнешь. Она сказала, я для Гюли шарфик возьму. Где моя красотулечка спать будет, какой шарфик. Это вот тот, который тут тот день снималась? Это так? Который, да. Это который Сима ей Мишку подарила. А, Мишка Ангелина? Да. Я вам немножко покажу вот так парк, как тут сделали. Мы идем туда вот прямо. Мне так нравятся вот эти вот посадки, они такие красивые. Поехали, Марьям. Чуть-чуть. Давай, веди свой самокат до дороги. Я ничего. Хорошо выглядишь. Пациент скорее жив, чем мертв, но... Марикоша, подожди. Стой, уже стой. Потом поговорим. Камеру отключу. Сима Гяляджей, да? Да, да, похоже. Да, так, стоп. Гюля, ты ее за руку возьми, а я самокат возьму. Йо, мэнгю трюрям, йо, нарагатолма. Сейчас нам должны здесь, по идее, уступить дорогу. Нам должны, но... Спасибо. Так, здесь у нас пешеходная. Так, Марин, давай. И вот эти мне очень нравятся посадки. Очень. Вот эти вот. Японская вишня, да, говорили? Я вот не помню. Карликовые вот эти вот. Перевести, что ли, на себя? Нет, идемте вот так. Юля, мне неохота было тащить это, я надела на себя. А сейчас мне жарко. Отходит, просто мне жарко. Да. Мне не жарко. Тебе да. Тебе не жарко, Йомбра.
хорошо, что этот не взяла. Представь, гироскутер. Да. Надо его тоже как-то спустить. Он тяжелый, Гюля, его невозможно. Одно дело, когда мы ездим в зимний... Но здесь на гироскутере она не сможет кататься, не. Это только в зимнем парке. Да. Там покрытие хорошее. Здесь, видишь, дыр-дыр-дыр-дырь. Еще здесь вот это соединение. Да, не, здесь опасно. Это что за кольцо? О, представляешь? Это за чудо такое? Представляешь? Минареты целые. Да, 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 да. Обалдел я. Вот реально не похож на нас живьем. Саба, Саба Гевстерер. А, да. Да, я что-то как-то не подумала. Мышка! Да. Да, здорово они сделали. Хорошо сделали. Фу, Ильмар Индигиальде. Да, Гетмиш, он пошел стричься. А он пошел стричься, уже все, возвращаться, плохая примета. Я ему говорю, слушай, ты где ходил? Не знаю, говорит. Там зашел, что-то купил еще. Ну, короче. Я говорю, ты сегодня за хозяина. Да. Сам там ужинай. А мы, в общем, ушли в разгул. Фу. Вот так у нас погода, да. Погода чудесная. Вот так у нас... Красиво у нас тут памятник Айна Султановой. Сейчас мы покажем ее анфас. Видела мои часы. Ой, какие у тебя часики классные. Супер. Так, вот она. Айна Султанова. Thank you, старым. Вот так. Вот это вот мост, это проспект Зиябуниятова. А мы идем по Ататюрку. Вот туда вниз, в сторону Гянджелика. Но мы, конечно, до Гянджелика с вами не пойдем. Тут у нас тренажеры. И вот так по всему парку вот эти вот площадки. Мы, конечно, до Гянджелика не пойдем. Мы пойдем с вами в кафешку, где мы сидим, про которую говорила. Что будешь сегодня кушать? Ну, захочется, да, еще мы зиму будем ждать. Да. Мария, здесь салат, осторожно. Максимум салат. Я салат тоже это хочу. Да. С козьим сыром. Мария, осторожно, Бала. Ой. Шумно, наверное, да? Но что делать? Если такая проходит, не магистраль, но достаточно проспект, он оживленный. Гюлен! Давайте на переход. Давайте, давайте. Я дорогу перехожу по правилам. Ага, попались. Юля, попались. Издалека себя показывать, приходится оттягивать руку во всю длину. Так вот все. Так, давайте мне самокат, наверное, спускаться. Держи ее, Гюля. Здесь машины не могут поворачивать, но все равно. А, со мной. Так. Так, вот здесь тоже есть кафе. Сейчас я вам покажу. Не, ничего, там это... Ну ладно, возьми. Там еще такая вот кафешка. Но мы не здесь сидим. Мы идем дальше. Все, давай, только далеко совсем не укатывайся. И смотри под ноги, Марьям, по сторонам не смотри. Под ноги вперед смотри, Балам. Ой. Лепота. Яхшики чехтов. Да, что-то будет.
хорошо выглядишь. Спасибо. Подходит, да, тебе синий цвет? Mm-hmm. Очень. Мыфа моя, мыфа. Зуля, Зуля, дуненгетте. Она уехала вчера. Ой, так хорошо было, когда она у нас была, клянусь. Кюмяй за четверда, да? Алло. Я, в общем, Зулю загрузил. Давай, Марьяшка. Ты можешь обратно туда-назад. Катайся, да? Нас не жди, просто далеко не уезжай, чтобы мы тебя видели. Я напрасно это одела. Это. Уже тебе так жарко? Да, мне очень жарко. Сними. Снимать? Да сейчас сядем, там посмотрим. Когда сидишь, немножко этот... Да, да, там уже точно проход. Да, я поэтому пока воздержусь от снятия. Вот такой у нас здесь парк. Сделали классный переход. Пойдем на дырду. Конечно, в тот день я под утро, у меня холодно стало. Ага. Это, скажем так, замерзло. Угу. Утром проснулась, вытащила все свои теплые вещи. Все вытащила, жакеты, свитера, в общем, короче, все. Вытащила, потом смотрю, это жарко. Поэтому обратно, главное, все запихала, все вот эти платьишки, да. Потом обратно вытащила. Короче, еще, наверное, долго будет там. Мы с Зулей тоже разобрали вещи. Ну да, шелковый я уже Марьяшина уже приготовила, что отдам. Ой. Это уж каждый раз, когда убираю летние вещи, вытаскиваю осенние, все время кучу всего выкидываешь, и все равно опять как грозовки. Вроде бы, когда собирала осенние вещи, выкинула ночью. Ну, я сколько сейчас отдала, ай, Аллах. Ну, ты вообще пачками отдаешь, мешками. Да, представляешь. Короче, сейчас вытащила и опять отложила. И вот это. Ага. Все время. Марьям, ты вот вперед катаешься, а потом обратно возвращайся к нам же, да, на самокате. И вот так катайся. Не стой, не жди. Поняла меня, Балан? Только под ноги смотри, умоляю. Уф, тренажеры. Люди поправляют свое здоровье. Фу. Мне надо это вспомнить, что сейчас этот утранда мангерезяки езенгели. Да. Мне надо зяки позвонить. Я забыла ему из дома позвонить. Зачем? Там надо ему сказать, что я не дома, да? Он должен прийти. Он должен знать, что я не дома, чтобы бурда гюрчарям, да? Ой, нам бесит, я говорю. Я думаю, нам чехаджи. Да, напомню тебе. Вот этот вот Исаблава. Да. Вот в этом ресторанчике у нас такие воспоминания связаны. Вот, молодец. Вот так вот. Марья же первый раз здесь кебаб попробовала. В этом ресторане. Да, кетчу кебаб. Кебаб из горного козленка. До этого она ни разу в жизни кебаб не пробовала. Здесь она поела. Интересно, повар тот же, надо у Эльмара спросить. Эльмар будет знать. Вкусно у них очень готовили. А ты знаешь, да, наш этот ресторан? Помнишь, куда мы все время ходили кушать? Да. Этот, как он, тандыр назывался? Он поменялся, название поменялось. Да, мы в тот день, когда проезжали там, я, Марьяша, поехала этот, когда форму, да, брать. Мы проезжали, он как-то называется сейчас, я не вспомню. Интересно, кебаб такой же дают, вот эти сетку дают. Не знаю, не знаю. Надо как-то пойти будет на разведку туда тоже. Да. Масяня, Марь, да аккуратнее, да на меня не надо наезжать, чуть-чуть расстояние сохраняй. Слушай, сегодня что было? Короче, у нас начался этот урок онлайн. Я воздержусь. В общем... Да, от каких-то ругательных этих фраз. Но это... Марьяш, будьте аккуратны, он видишь, как на тебя наехал. Вот та же самая история у нас происходит, ну, короче, на этом уроке. Значит, все там, ну, кто подсоединился, родители. Юля, осторожно.
Значит, организатор конференции всех предупредила, что девочки, отключите микрофоны, когда подсоединится Светлана Владиславовна. Все такие, да. В общем, уже Светлана Владиславовна со всеми поздоровалась. Я говорю, что девочки, отключите микрофоны. В общем, у нас, знаешь, как у меня на странице все не высвечиваются же участники конференции, да? И, в общем, у нас на странице кто был? Мы еще трое, да? В общем, у всех микрофон отключен. Начался урок, Гюля, и понеслась. В общем, короче, базар, вокзал, самый натуральный. Она говорит, дети там что-то говорят, ничего не слышно. В общем, да, ну, я сидела, знаешь, как с выключенным микрофоном, уже просто вот в состоянии истерики, да? И потом она, значит, спрашивает учеников, там шум, в общем, кто что, кто влез. У нее, знаешь, несколько человек выключили микрофон, остальные вот как будто, ну, нейсы. И она, значит, Мярьям, говорит, ты отвечай. Я только включила микрофон, и там другой ребенок. Учительница, я отвечу, как начал там этот. Я говорю, знаете что, я вообще выхожу с этой конференции. Тропчик там. Я так понервничала. В общем, мне Лиля пишет, что Виола, вы где, да, вас нет? Я написала, что она вас выбросила. Я говорю, нет, мы сами вышли. Я говорю, Лиля, у меня нет никакого терпения. Я говорю, свое здоровье здесь гробить не намерена. Предупредила всех, вы предупредили, да? Я сказала, все скажете, выключите этот микрофон, эти микрофоны. Ну, короче, все, я вышла из урока, написала целую петицию в нашу группу, хотя это бесполезно. Но я там написала, я говорю, в смысле, сколько раз вам повторять, да? Вы не понимаете, что вы урок срываете. Потом, в общем, девчонки присоединились тоже. И Рада написала, там еще кто-то написал, там несколько человек. И, в общем, после занятий Светлана Владиславовна мне тоже сообщение послала. Виолочка, а что случилось? Я Марьяш этот. Я говорю, Светлана Владиславовна, я так не буду заниматься. Я говорю, я и мой ребенок, мы чужие на этом празднике жизни. А еще я написала в группе, что если надо, я пойду напишу заявление директору и все факты изложу, что срывают урок, не дают заниматься. В общем, я тоже сказала, она говорит, я узнаю. Я говорю, если вам нужна картинка для Диан, я говорю, если вам нужна картинка, я говорю, то мы будем, да, просто как бы, да, ну, я говорю, не отвечать, ничего я там не буду. Я даже ничего не буду делать. Я говорю, Марьяш, посажу, звук отключу, микрофон наш. Пусть она сидит, слушает, а я просто уйду из комнаты, чтобы нервы себе не мотать. Я говорю, если для статистики, да, вам надо, что мы присутствуем на занятиях. Она говорит, я узнаю у директора. Я говорю, смотрите, все равно мы начинаем с вами занятия сами с октября. Я говорю, поэтому мне вот это вот не нужно. Я говорю, мы будем, да, конечно. Мы же договорились, да, с октября месяца. И английский у нее. И этот, и еще этот, Эльмарское воскресенье пойдет, возьмет, и чтобы она с Мурадом занималась. Мурад же с ней, ты знаешь, да, 7 дней сказала? Нет. Мурад ее же проконсультировал. Он сказал, он вышел с такими треугольными глазами. Говорит, какая сообразительная девочка. В общем, она захотела графический дизайн. Она пока... программирование мы этот. Начнем с графического дизайна. Мурат сказал мне, Марьям, к дороге не подъезжай. Она не подъедет, на всякий случай. Да, в общем, и этот, он сказал, что нужен ей маленький ноут. Мы говорим, а у нас этот, да, как его, планшет. Он сказал, нет, она должна печатать, да, на клавиатуре это все. В общем, Эльмару искал, Эльмар сказал, без проблем, куплю ей маленький лаптоп. Наш большой же ноутбук, да, да, он тяжелый, с ним неудобно. Чтобы ее, да, был, я сказала уже, Марьям, это тебе не для игр, не для чего, это для занятий твоих. Да. У тебя для игр есть планшет, есть телефон, с ними возись. А как он будет заниматься, онлайн или? Нет, он будет, Марьяша будет ходить, да, заниматься с ним. В неделю 3 раза мы договорились. Ну, там еще это, да, вот моменты некоторые обсудим. Так, Марьям, все, давай сюда мне его. Да, еще некоторые, в общем, моменты, детали обсудим. А так мы уже договорились. Аллах Куса будет она заниматься вот этим графическим дизайном. Английский у нее с октября начинается. Английский девочка Алина, она из России. У нее даже номер WhatsApp российский. Она на дом будет приходить. Мы начнем в неделю одно занятие, пока тяжело. Допустим, колею войдет. Я говорю, вы уже сами посмотрите, я на вас полагаюсь. Вы скажете, сколько надо, мы будем заниматься. Вот наше кафе, мы пришли. Вот такое.
Да, в общем, хвалят. Там кто-то занимался с ней, она по рекомендации, да? Ну, в общем... Ай, да сейчас они наше место займут. Гюля! Гюля, Гюля, Гюля! Там сидят уже. Нет, и вон сундаки. Ай, да сундаки, геттлер. Ай, да нет, только нет. Мы не успеем. Марьян уже тут. Давай. Давай, давай. Иди. Нам нравится сидеть вот на этих. Ой, идем, пошли, вон Гюля там уже села, успела. Ура. Может быть и близко к дороге, но... Ой, осторожно. Но зато... Иди на... Да я давай туда сяду, а ты сюда садись. Вот сюда на диван садись. Ты на диван. На диван, Мариан. Фу, сейчас увидимся. Так, мы попозже с вами увидимся еще. До встречи. Мария. До встречи. Да, скоро увидимся. Да, лофт здесь мы сделали. Сейчас вы смотрите, как...